течение месячника по благоустройству, который продлится весь апрель, самарские власти обещают полностью подготовить город к летнему сезону. Запланированы три субботника: 14-го Гагаринский, 21 апреля общегородской и 28-го к чемпионату мира по футболу. Очистка фасадов, ограждающих конструкции от так называемых, как мы привыкли их называть, граффити, незаконные надписи. Это окраска ограждающих конструкций внутри дворовых территорий. Это и есть декоративные заборчики малой архитектурной формы. А уже с этой недели проводятся средники, уборки улиц муниципальными служащими. Принять в них участие могут все желающие. Для этого надо договориться с управляющим микрорайонов об уборке непосредственно своих дворов. Управляющие компании обеспечат инвентарем, а районные власти помогут в течение суток вывести собранный мусор. Это МП «Благоустройство». В рамках уборки, подготовки к летнему периоду автомобильных дорог и муниципальное предприятие «Спецремстрой Зеленхоз». Это подготовка скверов, бульваров к лету. Также «Ремспец Зеленхоз» в рамках подготовки проводит инвентаризацию городских фонтанов, их текущую подготовку к пуску. Тестировать фонтаны начнут в день общегородского субботника, а в постоянном режиме они заработают 1 мая. Как только позволит погода, начнется озеленение. В этот раз на площади 32 тысячи квадратных метров. Муниципальная программа «Цветущий город» продолжается. Напомним, в прошлом году только на главный городской субботник вышли 86 тысяч человек. В этом году власти планируют увеличить эту цифру. Для участников проведут районные конкурсы. А в рамках областного проекта «Точка роста» тематические молодежные экологические акции. Победителей ждут призы.